Уважаемый товарищ президент, для назначения на должности, включенные в кадровый реестр главы государства, предлагаются следующие кандидаты. Генерал-майор Муравейко Павел Николаевич представляется на вакантную должность первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь. В настоящее время заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил, начальник Главного оперативного управления. Иванец Андрей Иванович представляется на вакантную должность министра образования. С мая 2019 работает главным ученым-секретарем Национальной академии наук. Брыло Игорь Вячеславович представляется на вакантную должность министра сельского хозяйства. С апреля 2021 года работает первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Жутков Олег Николаевич представляется на должность председателя государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром». С 2012 года работает генеральным директором совместного предприятия открытого акционерного общества «Спартак». Все кандидаты изучены, проверены, обстоятельств, препятствующих назначению, не имеется. Министра сельского хозяйства, разные же варианты мы рассматриваем. Да, тут ты уже прижился. И знаешь сельское хозяйство, и понимаешь, даже идеологически понимаешь правильно. Ну и министерство непростое, поэтому я буду очень рад, если, Игорь Вячеславович, у тебя получится работа руководителем. Только ни под кого не подстраивайся. У нас губернаторы киты сильные, очень сильные. Сейчас губернаторский корпус как никогда сильный. Но это не значит, тебе с ним придется прежде всего работать. Делить полномочия и ответственность. Ты это уже прекрасно знаешь, что твое, что их. Поэтому требования должны быть принципиальными и жесткими. В том числе к Ивану Ивановичу Крупко, несмотря на то, что он вчера был министром сельского хозяйства, а ты у него был заместителем. Лично я несколько раз пытался тебя проверить, скажу честно. Я не нашел по своим критериям каких-то недостатков на сегодняшний день. По министру образования, грубо говоря, пачками вносили предложения. Пока, наконец-то, наверное, и глава администрации почувствовал, что это уже предел, сколько можно. Ну и мне кажется, что мы не ошибаемся в данном плане. Ну, говорят, молодой. Я почти в таком возрасте стал президентом. Что значит молодой? Время сейчас такое. Спрессовано, бегать надо. Ну и вот этот сплав опыта и молодых ребят. Да, им же завтра страну принимать. Им же завтра руководить страной и отвечать за все эти процессы. Поэтому к 40 годам нормально, министр. Хотя министерство, как и Министерство сельского хозяйства, очень даже непростое. Но очень верю в вашу вот эту убежденность, идеологическую закалку. Вы не станете там вилять, это хорошо. Мы сейчас кодекс приняли об образовании. Я хочу, чтобы вы понимали, что это просто еще один крупный шаг в попытке усовершенствовать систему образования. Но ни в коем случае это не какой-то конец. Что все, на этом точке можно отдыхать и реализовывать этот кодекс. Да, надо реализовывать, но уже сегодня надо видеть, а завтра что сделаем для образования. Это ваша главная задача – видеть наперед. Думаю, что вы человек ученый, совсем молодой, член КОР, доктор наук, образованный человек, химик. Да, доктор химических наук. Да, это тоже очень хорошо. Я химиков, биологов, физиков очень уважаю. Они меньше были подвержены коррозии этой, чем гуманитарии. Хоть я и сам гуманитарным в свое время науками занимался. Поэтому очень надеюсь, что вы придетесь ко двору только вперед. Кто хочет работать, вставайте вместе, будем работать. Не хочешь, уходи. Все на слуху. Военные, может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что, нам молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет, а где же вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже анализирую свои шаги и поступки, часто думаю, ну, может быть, мы излишне людям об этом говорим. А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я не думаю и просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать, ну, я думаю, Павел, ты не хуже меня знаешь, что такое воевать.
в окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее. Я свою тактику в пограничных войсках до сих пор помню. Да. Поэтому я не думаю, что если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, не подошли к этой войне. Но людям надо говорить, чтобы они понимали, что в любой момент, они же нас щупают, то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только вот война идет в средствах массовой информации, и экономическая война против нас развязана, это гибридная война после этого мятежа. Но нам придется и осуществлять серьезный контроль за деятельностью армии. Ну, кому как не вам знать, что происходит в войсках. Но тут уже вы не должны в обнимку ходить с теми, кто вас рекомендовал. Вы уже человек президента, и вы моими глазами должны смотреть на вооруженные силы. Не только на армию. Поэтому вчера они вас рекомендовали, а завтра они должны понимать, что вы должны быть объективным человеком по отношению к вооруженным силам. Есть такой вариант. Олег Николаевич, а как работает сейчас промышленность с вашей точки зрения? Ну, вы-то в шоколаде, наверное. И в прямом переносном смысле. А вот в целом я скажу, что впечатление. Отрасли и подотрасли работают достаточно устойчиво, потому что создана достаточно неплохая материально-техническая база по производству продукции перерабатывающих промышленностей. Сегодня вкладывается неплохая конъюнктура по поставке продукции на экспорт. Особенно активно в прошлом году показали поставки продукции в Китайскую Народную Республику. В частности, даже по нашему предприятию сегодня по удельному весу экспорта Китайской Народной Республики на второе место вышло по поставке продукции, в первом месте Россия. Но на третьем месте Украина по поставке того же шоколада, тех же конфет. И так в остальных отраслях. Есть сегодня на чем работать, потому что мы видим, что есть позиции, по которым внутренний рынок сегодня не закрывается полностью. То есть мы не можем обеспечить, соответственно, сюда идет достаточно большой объем импортной продукции. Наши покупатели сегодня также должны чувствовать, что сегодня та ценовая политика, которая проводится в части ценообразования и формирования стоимости продукции, должна быть объективна, и она должна быть под силу. В целом скажу, что дополнительно, конечно, нужно развивать мощности предприятий. То есть на этом нельзя останавливаться. Сегодня заложена неплохая база, но вместе с тем надо еще много на чем работать. Ну, Олег Николаевич, школа есть, кадры есть, подготовлены, надо никого покупать и искать. Почему не развивать базу? Правильно вы говорите. Есть основа, на которой можно развиваться. Главное, когда идешь по неизведанному, когда у тебя ни людей нет, и посоветоваться, ни школ нет и так далее. Ну, что создавать дополнительные какие-то компетенции? Бывает, вот как у нас в армии. Без этого не обойдешься, должны быть свои вооружения. А у нас нет этих компетенций. Вот мы замахнулись на ракетное производство. Что-то получается, что-то нет. А почему? А потому что людей нет. Мы никогда этим не занимались. А здесь, как и в других сферах, школы есть свои, люди есть. Ну и понемногу. Я не говорю, что мы там революцию завтра совершим и удвоим производство в вашем пищепроме, допустим, за счет каких-то новых видов продукции. Но это немыслимо, не для одной страны это невозможно. А самое главное, надо же рынок, куда-то же надо потом продать. Поэтому понемногу, потихонечку, пусть по 10-11% в год, но чтобы мы прорастали новыми производствами. И почему я вот останавливаюсь на вашей кандидатуре? Вы человек с места, вы перспективный человек, ну и предприятие у вас хорошее. Помню, мы встречались у вас там, и по собственности вопросы решали, и прочее. Это оправдалось нормально? Абсолютно. Нет там проблем у вас? Нет, сегодня коллектив абсолютно здоровый, можно сказать, во всех планах. Сегодня все действительно чувствуют поддержку государства, которое оказывается со всех сторон, начиная от финансовой, заканчивая и социальной. Поэтому сегодня коллектив заряжен только на положительные результаты работы. И то, что было в 2012 году принято решение в части восстановление справедливой государственной собственности и доли государственных предприятий, как на «Спартаке», так и на «Коммунарке», оно себе показывает, что это было правильное и своевременное решение, товарищ президент. Сколько предприятий у вас? Порядка 60 предприятий. Основные какие? Ну, сегодня основными являются это подотрасли, это сахарная,
отрасль, это ликероводочная вся отрасль, это кондитерская отрасль, это масложировая отрасль, консервная в части выпуска фруктовых и плодоовощных видов продукции, это табачная, то есть их можно, впрочем, отнести, и солевая. Есть более мелкие, есть в том числе предприятия, не являющиеся государственными, являющиеся частными, но они по добровольной инициативе вступили в состав концерна. Но таких предприятий еще порядка 10-15.